заморозить, наверное, да? Или что осталось? Девочка дерется, дерется. Вот она, недоумки. Теперь я сильный. Можно... А, стоп. Назад. Подожду здесь. Так, он сейчас опять разрывать будет. Сейчас еще третий раунд. А, зато Мадзин нам прибавили здоровья. Так, Мадзин, давай. Так, о-о-о! Следуй, жди, жди. Так, что мы с ним сможем сделать сейчас? А нифига мы не можем сделать. Он должен, наверное, вылезти, типа. Так, давай, иди сюда. Жди. Блях, муха. Так, смотрим. Блин, он почти... Ух ты, ёкалэмэнэ. Чё за бред? По рукам. Блин, они отнимают здоровье у Мадзинчика, моего любимого. Так, где еще рука? Так, как вот эту вот руку мне снять? Так, эта рука готова. Ага, вон она еще одна. Сейчас, Мадзин, терпи. Yes! Так, о! Здесь что-то. Не сейчас. Так, это тоже сделали. Так, это тоже готово. И добиваем. Так, ну что? Давай. Мадзин, помогай. Сейчас мы все уже к мозгу добрались. Или он сейчас снова будет быковать. Падай. Уда! Yes! Что случилось? Отец. Что это было, скажи? О, да, я... Что я натворил? Что происходит? Тьма покинула мое тело. И теперь она ищет другую душу, где поселиться. Тьма неразумна. А у нее нет собственной воли. Это люди несут зло. Тьма завладела людьми и однажды заняла все королевство. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось. Но, возможно, теперь мы сумеем ее обуздать. Я так долго мечтал о свободе. Как же я допустил, чтобы все получилось вот так? Это все потому, что я слаб. Отец?
тьму с собой. Храбрец, ты явился спасти нашу землю. Как твое имя? Я... Тепео. Это Тепео, отец. Так же звали и нашего героя. По крайней мере, по ту сторону. Всех защищаю. Такая работа. Теодоль. Я пока не сильный. Не могу превратить их в кристаллы. Значит, я тоже уйду. Встретил Тепео. Было одиноко. Встретил Тоси. Встретил Тепео снова, когда голодный. Мы еще встретимся. Ну что ж, дорогие друзья, вот и пройдена игра Мадзин и Забытое Королевство. Спасибо, что остаетесь с каналом RusGame Tactics. До скорых встреч. Пока.